Мы потеряли сегодня очки. Мы создали гораздо больше моментов, голевых моментов. Обидно то, что соперник один раз дошел, ударил по нашим воротам, да, и мы пропустили гол. Это футбол. Так бывает. Вот. Мы с первой минуты до последнего мы атаковали и хотели забить. У нас были для этого все предпосылки. Я, пожалуй, могу прокомментировать, наверное, словами моего коллеги, который в прошлом туре сказал, что победил антифутбол. Это не в защиту моего друга, главного тренера Волгаря. Это в целом о футболе. И в целом о том, что мы должны быть корректны и профессиональны. Если он хочет так, я, наверное, скажу сегодня его фразы о том, что это не футбол. Стоять 90 минут на своей половине поля и отбивать, и при удобном моменте лежать на земле – это не футбол. Возможно, мой комментарий не красит меня, но это бумеранг. Я за то, чтобы мы были профессионалами и прежде всего оставались людьми. Какой бы футбол ни был. Мы сегодня потеряли 3 очка. Два очка потеряли. Всем болельщикам огромное спасибо, потому что сумасшедшая поддержка стадиона, и мы были одно единое целое. И пока мы едины, мы не будем победимы. Спасибо болельщикам. У меня все.